Всем привет, это гороскоп, и я Главицкая, и я скажу, каким будет ваш день. Овен. В этот день постарайтесь быть раскованным и проявите максимум вашего обаяния. Телец. Ваше стремление объять необъятное поможет вам лишь на минуту сохранить спокойствие. Близнецы. Ваша загруженность может самым неблагоприятным образом отразиться на ваших романтических отношениях. Рак. Совет от звезд. Чтобы быть терпимее, постарайтесь лучше высыпаться. Лев. Представители вашего знака ожидает такая долгожданная смена пейзажа. Дева. Вас будет напрягать некоторая скованность, которая царит в ваших отношениях. Весы. Вы легко приспосабливаетесь к новым обстоятельствам, это и принесет вам успех в этот день. Скорпион. День радостных событий. Вы с большой вероятностью получите счастливые новости. Стрелец. Наступил спокойный, лучезарный период, которого вам так давно не хватало. Козерог. Вам повезет, и помощь в этот день придет совсем с неожиданной стороны. Водолей. Вы долго теоретизировали, пришло время переходить к практике. Рыбы. Вам откроются новые перспективы, такие, что будет захватывать дух. Это был гороскоп, и я Главицкая. До встречи!